Так, всем привет, дорогие друзья, с вами Дмитрий Вейс, и сегодня мы будем продолжать играть в игру Minecraft Story Mod. Как вы помните, мы в прошлой серии остановились на вот этом месте. Мы разыскивали Айвара вот этого, тот был где-то. Извините. Он украл у нас череп, и подмет это давно лазурит. Ну, и теперь мы тоже должны сейчас взглянуть. Вот мы можем взглянуть на стенд с масками. И взглянуть, давайте взглянем на знак. Что пишет? Выступление Габриэля, билетов нет. Блин, жалко. Но у меня хотя бы есть хоть что-то. Стоп, что? Я не могу пройти через толпу. Взглянуть. Вот стенды всегда безумно очередь. Куча классных масок. Хотя вообще-то мне некогда наряжаться. Да, мы пытаемся найти этого засранца Айвара, который украл у нас череп. Вот он, Габриэл. Вон Габриэл воин. Контролер. Поговорить. Ну, с тобой поговорить хотел. Вы что, фанаты Габриэля или такое? Жаль, что билеты уже распроданы. Блин, жалко. Ну, хотя бы у кого-то есть маски. Опачки! Кого это мы тут видим? Здравствуйте, Лукас. Ну, давайте поговорим с тобой. Ты чего? Ничего, а ты чего? Говори же, ничего. Эй, поздравляю с победой. Я, конечно, все равно сейчас считал, что это ж маяк потрясающий, но вы, ребята, уже не дураки. Моя команда заслужилась. Ваш маяк вышел не таким уж и... Ладно, перестань. Вы, ребята, честно победили. По праву. Все норм. Слушай, ты случайно не видел только парня с длинными волосами и бородой? Кажется, нет. А что? Он... Петров уже. Ого, всем известно, что с Петром лучше не связываться, если, конечно, не хочешь неприятностей. Буду присматривать. Вот спасибо. А ты хороший парень. Значит, все нормально? Ну да, нормально. Все норм. Нормуль. Нормалек. Ха, ладно, Лукас, пока. Ага, пока. А ты хороший парень, я так думал. Кто это? Кто? Стенд движения. А, стенд диджея. Что мы еще тут можем посмотреть? Вот сначала. Вот наш старый дружок Лукас. А, нам надо идти он в ту сторону. Давайте хотя бы посмотрим на стенд диджея. Классная песня. Как она называется? Нет, извинения, все правильно, а вроде я понял. Стенд диджея, можно опять взглянуть. Никто не начнет эти ребята, но круто, как этот отличный диджей. То есть, типа музыкальные блоки, что ли? Он отсюда дитки просто ставил. Аксель. Опа, Аксель. Эй, я не поговорил с Акселем. Аксель, нет! Я с тобой еще поговорю, блин. Я подойти к нему хотел только. Никак опять команда раздуваев. Как... Я слышал ваше жирное нарушение в работе мозга, не сейчас. С дороги, Байван, да. Айван. Эй, кого ты назвал Баланом? Тебя, с дороги. Эй. Говори. Но мы лучше тебя. У меня есть каменный меч. Я могу тебе леща дать. Леща-то я могу дать. Так, давайте. Вот, Айвар, ну все, я тебя сейчас хватать буду. Иди сюда. Что ты делаешь? О, прошу прощения. Отстань от меня. Я же извинилась. Свежая свинина дневная, приходи, налетай. А ну стой, ты, я думаю, свинья. Ах ты хочешь приготовить Робина? Нет, я не позволю тебе, гадкий мясник. Да. Робин!
Что ты кричишь? У меня тут, между прочим, бизнес. Но это моя свинья. Да ну, вообще-то я его нашел в лесу, так что, похоже, теперь это мой, этот свин мой. Он не еда. Он не еда. Вот, забью эту хрюшку и кусочек. Мне лично нравится щековина, обожаю ее. О, хватит уже. Возможно, ты могла бы ее выкупить. Хотя, мне кажется, у тебя нет ничего ценного. Ну все. Ты грозить мечом. Ладно, ладно, маньячина. Маньячка малолетняя. Что, проси, Рубин, стоим мне от тебя отпускать в лес. Ну тебя тогда бы врезали, зомби тебя съели бы. А, вон, нашли, нашли, беги, беги. Заем! Стоять, Чайвар, я уничтожу тебя вместе. Стой ты, я найду тебя. О, сохранялка. Помнишь, что мне нужно приорать вместе с Петрой? Короче говоря, мы встретились, у нас с Петрой его пушу, вот мы ищем его, поможешь? О, конечно, я с вами. Кто-нибудь его видел? Я думал, что ты заметила, но обозналась. Похоже, он идет в зал. Угу. Вперед! Ага, привет! Мы можем попасть ему внутрь? О, билеты, хи-хи-хи. Но это очень важно. Понимаете? Это важное задание. Надеюсь, ваше задание не помешало вам привезти, иначе... Курица! 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 Ты пронесло, я тебе так признателен. Что тут надо делать? Например, билеты на это шоу давно-давно проданы. Нужно его отвлечь. Отвлечь внимание курочками. Что будет, если будет бегать множество? Кыш! Кыш! Вон отсюда. Этот приватник боится кур. Может, у нас получится сломать кур от завода машины, тогда этого парня... Но нам придется сломать окно, как до него доберешься. Принцип, надо что-то помягче. Мягко, я только знаю одно. Вон, слаймовый лук, да. Ну, можно на нем попрыгать. Итак, используем. Мне надо добраться до вон окна. Вряд ли мне удастся рады, пока он. Эй, что ты делаешь? Прошу прощения, мне просто очень нравится это ваша задача с курицами. Не заставляй меня звать охрану. Тварь ты. Как много голосов новых. О, сундук. Блин, сундук я оставил. Ладно. Могу при помощи его гатлини бы достал до стекла. О, привет, снова встретились. Хи-хи-хи. Один бокс леди, пожалуйста. Только в рядах продают они. Но сегодня у нас их мало, так что пускаем только два пара. Ты могла бы сама открыть к слизни. Мне нужно слизни поскорее. Но я только скорее, времени нет. Ладно. Все кусли. Слизни, пожалуйста. Другой. Да побыстрее. Так, что нам надо сделать? Мы можем поговорить с ней. Ну, давайте поговорим с ней. У меня 8 блоков. В сути, тут не 8 должно быть, а 9. Привет, Засной. Боюсь, не выйдет, если я нарушу правила.
я придется нарушать их и для остальных. Тогда у меня вообще не будет слизи. Останется. Извини, ну пожалуйста. Мне надо найти еще одно ядро слизи. Ну блин, а где нам его найти? Это вот чудачка не дает нам. Вот. Вот там написано блоки, а какие-то ядра. Лень самой скрафтить. Мне один всего лишь блок слизи. Я не прошу гору, а блок. Ну, пойдем тут. Вы уже поняли, что я хочу сделать. Слушай, Лука, сможешь одолжить мне одну услугу? Все возможно. Мне нужно ядра слизи. Поверь, это прихоть. Народ, что... Я с вами. Спасибо, Люкас. Я же говорил, он может быть. Ладно, не так уж это парень и крут. Так будет видно. Пора кое-что изготовить. Опа, крафтить. Я люблю крафт. Раз, два, три, четыре, пять. Тварь. Так, я... Шесть, семь, восемь, девять... 10. А, 10 надо. Он мне дал 2 ядра слизи. Оля, один бок слизи. Гадость. Я учту. Вот так. Узнаю. О, тут верстак. Опа. Так. Паркур. Раз, два, и прыгаем. Ну, прыгай. Раз, два, три. Ой. Блин, не так прыгнули. Мои птицы, мои любимые птицы! Блин, я хотел круто... Я открываю глаза, иначе они их выклюют. Это наш шанс, бегите внутрь. Но я хотел копаться. Эй, давайте курицы, отвлекайте этого здорового гремилу, боящихся куриц. Вот. Мы пришли. Опа, ух ты, как тут. Куда он делся? Сюда. Через эту дверь. Есть миллион способов сыграть эту партию. Ну, давай вежливо. Сражаюсь, его взглядом. Готовы? Готовы. Все, пошли. Рубин, свинья. Так, Рубин, Аксель, Петра и Оливия с Лукасом и Джесси мы пошли. Должно быть, он пошел другой. Нифига себе. Это его. Что это? Похоже, здесь был подвал. Странное место. Странное место для укрытия. Если мы найдем что-то классное, мы можем. Прихватить это. Аксель, мы здесь не для этого. Джесси, ведь ты не... Джесси не говорила. Я не хочу спускаться до его уровня. А вам можно вернуться в любой момент. Нет времени заниматься грабежом. Именно грабеж найдется всегда. Джесси, всегда. Чем быстрее мы найдем то, что ищем, тем быстрее сможем убраться отсюда. Так, ну, ура, значит... Книжный шкаф. В основном все для книг. Ничего, я еще могу осмотреть. Только больше ничего, может быть. Ага, так нельзя идти. Так, туда мне пойти пока можно, это хорошо. Ага, вот Петра. О, привет. О. Ой, ёпарсоте. Слишком тяжелый и мягкий. Но очень эффективный. Да, уж вряд ли там много сражаются. Слушай, каменный меч еще при тебе? Да, ага, присыпь помахать им перед болваном-мясником. Ну, чтобы спасти Рубина, жесть. Впечатляет. Решил оставить, но мне он показался слишком мягким и тяжелым. Ничего, все равно. К тому же он очень эффективный. У нее... Хорошо, что он не... Ясно. Он не хранит именно алмазных мечей, тогда бы было вообще круто.
Так, что? О, пойдемте вон туда. Там может быть что-то интересное. Вот, все. О, посмотри на это. Вы мне не поверите, но клянусь, я видел это во сне. Ага, сильно согласен, это прогресс, но все же. Не трогай. Буду рад, если отправиться вместе со мной днюха. Ну же, Аксель, сделал я должение помощи. Я и так ищу. А вот и нет. Я тебя. А, господи. Но обязательно заметьте пропажу своего замечательного зелья. Хороший вор всегда заметает следы. Готово. О, идеально преступление. Не понял. Так. Зелье вообще отличается. Либо Айвор будет тупым, раз не заметит это, либо Айвор будет орать во все горло. О, потайной ход. О, командный блок. Че-то возьми, что это? Песок душ, он повсюду в Нижнем мире. Никогда не видел ничего подобного. Попробуй посмотри поближе. Чувствую, словно пульсирует. Не трогай, не надо. Не трогай Ливия, не надо. Мне было любопытно. Не забывайте, зачем мы здесь. Им ищет череп. А мы смотрели, что в сундуке есть? Сундук. Ух ты ж, ёпшись. Итак, хорошие новости и жутковатые новости. Я нашел череп, но... Что за черт? Зачем я рискал головой ради этого черепа? Может быть, я коллекционер? Охотник за трофеями? Или он, возможно, собирает, чтобы украсть ему кучу закмен. Кажется, я знаю, зачем что он делал. Песок душ плюс три черепа и сушитель. Это рецепт для создания сушителя. Но и сушитель это, возможно, один из самых ужасных монстров. Мы пустили сюда, чтобы найти череп. Мы его нашли. Можем взять его и свалить отсюда, пока есть. Опа. Эй, народ. Бежим! Робин, давай, не осматривай тут ничего, беги! Укрытие! Айвар. Да как он... Ты меня не узнаешь, или пожалуй. Вот это определенно в речи. Нет, нет, годится. Думал, что избавишься от меня. Да вот это! Куча. Робин, ну, хорошее укрытие у тебя, хорошее. Как? Он как-то спрятался, не уронив ни одной баночки с зелькой. Оливия, смотри, у неё... Чёрт, что это было? Кто здесь? Кто здесь, да? Ой, ёпрст, нет, не заворачивай. Привет. Эй, ты, что вы тут делаете? Что вы видели? Оставь его. Ага, прочь, приятель! Вы что, следили за мной? Ты думал, нас надурил нас и концы в воду? Мы пришли объяснить тебе, что ты ошибаешься. Что вы собираетесь делать? Мы видели твоего иссушителя. Мы знаем, чем ты тут занимаешься. Песок душ и три черепа и сушителя. Ты хочешь построить сушителя? Вы умнее, чем кажетесь. Тварь. Эй! Не позволяй разговаривать с моими друзьями в таком тоне. Придержи язык, а не то. Да вот, на! Вы уже потратили кучу моего времени. А ну стоять, тварь! Ой, ёпарса. Стойте. Нет! Не надо! Не надо! Айвор, нет! Чёрт. Покажи нашим друзьям дверь. Черт, железный голем! Бегите, бегите! Ой, где почему на меня? Да, увернулись. Оп, увернулись, давай! Беги, ну он заторможенный, мы успеем его победить, успеем! Я точно знаю, что мы сможем. Ух ты, это так здорово. Не так ли? Я сейчас впервые за всю историю к району мы с гордостью объявляем.
единственный и неповторимый Габриэль. Габриэль, мы любим тебя. Спасибо. Вы со мной? Все в порядке? Народ. Где Лукас? Мне казалось, он был прямо за мной. Что ж, если газетет, он может быть только... Он еще внизу. Айвор же железный голем. Он составляющий, чтобы... Вот если он вздумает выпустить его, такой толпе... Жарти находится в величайшем. Вон, должен признать, мне буквально заставили пройти сегодня по букварю. Я пойду за Лукасом. Я сама пойду за Лукасом. Сама? Ты уверена, Джесси? Да. А вы все ступаете за Габриэлем. Ясно, Джесси. Мы найдем способ предупредить Габриэля. Что ж, явимся. Нельзя найти величие. Будь осторожны. Величие строит постепенно, шаг за шагом. Правильная подготовка к руководству времени, вы говори. Вам любой может стать героем. Никакого толку. Магия ветра закрыла дверь. Сохранялка. Ёпрса ты. Лукас, ты меня слышишь? Хотя я и говорю шепотом, Джесси. Это ты? Как голоса шепчешь. Лукас, я здесь. Чёрта с два. Увернулся. Да, успел. Эй. Спасибо. Нет, а все, он никому не идет. Типа показалось. Ты в порядке? Ничего, бывало и хуже. Я буду атаковать. Я в бой. С чем? С каменным мечом. Не пойми меня. Приватно, но не для этого. Не делай этого, не надо. Как и что делать? Бутылка, а вот. На. Чё в него кинул? Сейчас, Лукас, беги! Давай, выходи. У меня же меч есть. Давай, увернулся, да, успел. Нет, не зарубил. А, всё. Да, железный голем настолько туповат, то что мы спасли. Спаслись. Отлично, Робин. Ладно, Джесси, пойдем. Спасибо, что вернулся за мной. Я не ожидал, хоть кто-то вернулся. Никто не оставляет в беде. Вот мой девиз. Пожалуй, я твой должник. Да. Это хорошо. Мы любим помогать всем. Наверное. Где остальные, чувак? Уж не знаю, тебе проще сказать, странный тип. И поступки странные, чудеса. Ты почему меня не слушаешь? Что ты прикажешь делать? Уверяю, это нужно от вас меньше всего. Три слова, пять слов. Звучит примерно так. Шмонстров в шумземельях. Даша, подожди. У меня вопрос. Но при этом что ты в своей очереди. Сперва ответь, ты считаешь ли, что великим? Если упорно работает, да. А я что, плохо в этом плане? А что, работы недостаточно? Айвор. Это вправду ты? Откуда ты его знаешь? Сомневаюсь, знал ли я его по-настоящему, но то, что произошло, взаимно.
Почему бы не рассказать им, как было? Вижу, время было окончательно, зато тебя оно сделало еще глупее, чем раньше. Итак, людям было легче, я готов кто-нибудь остановить его. О, нет. Что неверно? Айвор, нет! Нет! Стой! Нет! Иссушитель! Монстр! Вперед! Да, увернулись! Фу, успели, а не то бы нам кончина была бы. Что? Что он делает? Он всасывает в себя блоки? Нет, 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 он еще громадным станет. Что с ним происходит? Спокойно, таберские твари, далеко от меня. О. Монстр, вперед! Хотя бы... Хая! Что за... Что ты сделал? Габриэль! Нет, не подходи, ему нужен я, а не ты. Ой, ты вернулись? Да, успели. Все, хорошо. Я сообразить не успеваю, я не знаю... Ой, ёпары. Гляньте на него, великий Габриэль. Похоже, истина величия ему недоступна. Он, пожалуй, не сумеет сокрушить эту тварь. Зато я сумею. Монстр, назад! Ёпара. Монстр, назад! Айва, что ты делаешь? У меня этот эликсир, который разрушит это создание. Зелье, так что же это? Ой, ой-ей. Что? Невозможно, оно должно было сработать. Я так старался. Да, ты тупой. Зелье, Аксель, ты должен бросить настоящее зелье. Кто нашел, тому и принадлежит. Воры, вы все испортили. Аксель, ну же! Дай сюда. Чего? Как так быстро? Вход самозащиты, без открытия команда блока зелья бесполезно. Так не должно было случиться. Айвар, вернись, трус, та тварина. Давай, давай, давай. Давай. Все, пустили. Спасибо. Ева, ну, Айвар прав. Эту тварь мне не победить, по крайней мере, в одиночку. Все бегут прочь, кроме меня. Вы мне поможете? Конечно, поможем. Конечно. За мной. Ну, нифига себе, махина какая. Прочь с пути, трусы! Курицы! Ну давайте, вы нам помогли! Нифига себе! Три головы, засасывающие все? Робин, беги! Чёрт, с два! Беги, беги! Робин, мы с ним справимся как-нибудь, давай! Уф! Стой! Эй, я здесь! Кто-нибудь помоги! Народ! Курица, ну спаси хотя бы ты! Так. Давай же! Да! О! Да. Он все равно прыгает. Так, ну давай уже скорей! Курицы, прыгаем! Лукас! Очеметь, блин, что это в футболе? Я бы... Спасибо, что вернулся на Джесси. Без тебя мне не выбраться. Джесси! Ой-ой. Погодите, мы должны держаться вместе. Джесси, помоги мне.
Тыкаем кнопку Е. Тыкаем кнопку Q. Давай же. Нет. О, нет. Я все еще могу тыкать. Да, успел, успел, успел. Все, успел, блин. Трудно нажимать. О, господи, что это за машина такая? Айвро вообще свихнулся с ума. Спасибо за помощь. Что ж, теперь мы в раз... Ёшкер. Она разрушит так весь. Осторожно. Кью, успел. Вы убежали за пределы города. Прощай, город. Давайте доберемся до моего храма. Ах ты тварь, ну пожалуйста, пощади людей. Нет, леса нет, лес. Черт. Ой-ой-ой, чё деревня за... Не останавливайтесь! Встретимся на той стороне! И куда надо побежать? Побежал за друзьями. Криперы, ну вас тоже жалко! О, успел. Совсем близко. Да, успел. Успел! Да. Нужно идти дальше. Чёрт. Е, успел. Все, готово. Скорее в храм. Темная комната полностью из обсидиана. Там ничего нам не должно угрожать. Да. Да, успел. Все, побежали. Быстрее, через портал будет безопасно. О, что-то здесь не так. Нет света, нам нужен свет. Вот. Внутрь, немедленно. Хрюндиль! Габриэль, нет, стоять, я тебя уничтожу. Да, прыгай, хуя. Кью. Так, успею спасти этого говнюка. Давай, Габриэль. Да, успел. Нет! Оно забрало нескольких людей. Ты тварь. Их так много, я не могу спасти всех. Я не справлюсь в одиночку. Мне нужно найти остальных. Остальных? Орден исчез много лет назад. Найди остальных. Возьми этот амулет и береги его, как сисеницу ока. Ты справишься? Как я найду их? Амулет покажет дорогу. Идти через портал, а потом... Да! Нет, Габриэль, стой, нет! Я тебе покажу, кто здесь главный. Лежать. Тварь. Давай, Лукас, ты тоже вали отсюда. Вы вдвоем идите через портал, я обсоединюсь с Артемилем, я останусь здесь и сделаю, что смогу. Я иду с вами. Нет, даже не думай. Ты нужна ребятам, Джесси. Шагай в портал. Я сейчас встретимся у храма. Черт, нет. Габриэль, стой! Кого бы спасти? Лукас! Спасем Петру! Мы должны спасти Петру! Только Петру! Джесси!
вперед! Нет! Да, успел. Там. А! Нет. Я не успел ударить. Блин. А, черт, нас два. О, мы в аду. Где Петра? Мы сделали все, что смогли. Что ты говоришь? Джесси, о чем он говорит? Там был хаос. Я мало что мог сделать. Джесси права. Петра все еще наверху. А я испугался всего на миг. Испугался? Я не виноват. Испугался? И не виноват. Назад, Аксель. Нужно вернуться. Нет, лучше подождем. А думай, на что идешь? Это слишком опасно. Петра уже погибла. Опасно это. Это еще неизвестно. Эй, вон она. Ну уже быстрей. Тупой старикашка. Опять вы. Давай, закрывай портал. Да блин. Черт, я успел увернуться. Чего? Нет. Нет. Айвар. Вы не все все испортили. И притворяйся, воришка, что вез... Удари его, все. Тварь. Что, мне нужно насилие? Это ничего не даст. Улучшил свой урок. Там наверху ничего не осталось, ничего кроме сушителя бури. Чего мы тратим время на разговоры с этим уродом? Надо найти Петру. Девчонку, я ее видел. Что? Когда бежал к порталу, то я ее встретил. Надеюсь, она неслась противоположно. Очень смело, однако смелости и глупости очень тонкая грань. Даже друг в беде. Из-за тебя наша подруга в беде. Из-за тебя мы насрали в Нижней Бире. Надо было беспокоиться за другого. Есть проблемы посерьезней. В этом туннеле весь пути для вагонеток. Это ваш единственный выход. Нужно пойти этим путем. Нам следует его послушать. Молодец, что смеется с истиной. Ёж. Нет, что-то было. Я бы привез удачи в Нижнем мире, уда. Но я вам сочувствую. Он невидимо стал. Газ. Бегите, бегите. Пошли отсюда, бежим. Ой-ой, Свен Зомбарь, привет. О, вон марионетки. Об этом, наверное, говорил Айвар. Опа, уворачивай! Да, увернулись! Он не тронул вагонетки и не проварился. Давай, залезай в эту вагонетку. Давай, держитесь! Ничего себе, как много вагонеток. Это типа эвакуация, что ли, в аду? Сохранялочка. Вот это да, Нижний мир. Да уж, тут столько лавы и огня, и других радостей, от которых можно вот гореть. О, нет! Ого, обрыв, да еще какой обрыв! Крепко держаться надо! Ой-ой, а где обрыв-то? Я не вижу обрыва. Давай, Рубин, кричи во все горло, когда вагонетка станет легче. О, нет. Да, успел. Успел. Все, потом у меня голову пришило. Надо полагать, я не один заметил, что мы съехали с колеи. С колеи, да? Нет. Да, успел.
Как надо же, я думаю, что-нибудь приятно случится, но похоже, хем все будет. Нет! Что? О, блин, да блин, что происходит? Вырос Аксель, Оливия, Робин, кто-нибудь? Робин, а, скелет! Там его скелет обстреливает! Не трогай Робина моего! Иди отсюда! Ой. Иди отсюда, тварь! Робин, скелет не водится! Ладно, Робин, помнишь, как я говорил? Все будет нормально, знаешь? Тогда я ошибался, зато на этот раз хорошая. Ого! Гаст. Вниз! О, хорошо, я могу отбивать снаряды. Летят сюда. Да блин, чего я не могу отбить снаряды? Да блин, чего они отбиваются они? Все, падайте. Вот. Так будет лучше. Вообще, Гаст официально вычеркнут из моего списка запланированных встреч. Встреча, стою их. Робин! Живи! Живи! Какой ужас, такой кошмар. Черт. Привет. До свидания. О, мы приехали. Все, целы? Все целы? Да. Столь был я и жив, и вот идок это пожалуй. И я тоже. Поверить не могу, что Петра постоянно сюда спускалась. Жуткое место. Удалось. Нам удалось хотя бы выжить. Говори сам за себя, рохли трусливые. Вы сравнили... Чекова, ну тут это, как резанный постоянный вид, как этот раз по твоей части. Ну, наверное. Может ли этот человек сто слить внутрь? Ага, у меня уже есть... У меня уже раз пять. Ого, посмотрите на это место. Здесь сходится пути. Наверное, отсюда попасть в любую точку. Вот портал. В этом говорил и Габриэль. Это наш выход. Он должен вести наверх. Но наверху это тварь. Акселю пофиг. Он прав. Вы пойдете в мир, куда попадем, может быть, это опасно. Спасибо за смелость, Аксель. Ладно, иду. Уже иду. Вот прямо сейчас. Я его. Ты сможешь, Аксель. А, да, я смогу. Что-то там было в другой стране, пусть посторожится. Ладно, я пошел, спасибо, Джесси. Давай, я пойду за тобой. Будь осторожен, Аксель. Пора, не пора, и я не успею прочитать. Так, что там удастся? Вот оно, у меня вот есть. Ладно, пошли. Ладно, я иду. Вот прям... Отвяжись, тварь. Ну, тебя опять нокаутировать? Я ваших сородичей уже уделал. Я его... О. Ух ты, пронесло. Больше никогда первым не пойду. Ладно, не иди, нам все равно. Ты же нам вообще не нужен. Ты жирный. Где мы? В темноте. Черт. Может быть, стоит расположить на ночлег, опасно находиться. Я думал, мы к храму идем. Мы ищем громадное здание. Думаю, мы смотрели его знаем. Да. Айвор говорил, тогда мы сможем здесь храм.
Ну да, кончай уже. Успокойся, Аксель. Он назвал меня глупцом. Неправда. Ну, хотел назвать. Неправда. А, ты что сказал? Нужно построить убежище. Кажется, я про это и говорил, но... Ага, правильно. Темнеет? Темнеет, да, и вообще. Давайте построим домик на дереве. Это займет целую вечность, пока строить, да, нас могут заметить. Слушайте, да что угодно, только побыстрее. Ладно, давайте построим домик. Давайте построим хижину, давайте построим домик на дереве. Ну да, домик на дереве — это наш дом. Потому что мы в первом... В самом начале мы строили домик на дереве. У нас был домик на дереве. И чтобы помнить о доме, мы будем строить домик на дереве. За дело. Прикольно да получается. Чисти какой. Если я проснусь от того, чтобы ее полностью сползать ног. Если даже не надеюсь, можно состоять поглубже крону. Когда бы. А, впрочем, ладно, сойдет так нормально. Смотри, это неплохо. Дочь, квадратная луна. У них. Они нашли куб Незера. О, блин. Кое-что хочу сказать. Только не ходи с ума. Что? У меня есть печенье. Одно мне. Одно Оливии. Одно Джесси. Спасибо, Аксель. А, ну Рубину. Извини, Кос, у меня только 4. Ладно, ничего страшного. Отдам его печеньку. Я отдам его печеньку. Возьми укус. Ну нет, ни за что. Я настаиваю. Спасибо, Джесси. Это было для тебя, Джесси, а не для него. Вы вообще-то добрые, а ты ленивый жердяй, который никому ни с кем не хочет делиться. Поделился, а для Укаса не нашел печеньку. Если бы у тебя был выбор, с кем бы ты хотел сразиться? С низами размером с куриц или с 10 кур? Или с 10 кур? Да, мудрый выбор. Хороший вопрос. Дай-ка подумаю. Народ, вы шутите, как можете шутить такое время? Петра еще в опасности. Она совсем одна. Петре бы понравилось. Бесит, не знаю, это неправильно. Что ж, ладно, надо немного отдохнуть. Как только сможем, начнем поиски храма. Моя мысль такая, если мы начнем этот портал и при этом... Эй, ты чем занимаешься? Что если бы я сделал? Давай решим утром. Твоя правда. Джесси говорит, у нас, а не у тебя. Аксель, решим это утром. Ты указывай нам, что делать. Возьми свои слова обратно. Я не могу и не буду. Я ношу эту куртку, потому что я специалист по строительству. Твои угрозы меня не пугают. И мы знаем, каков ты. Здесь и твой приятель зарывает. Аксель, назад. Но он мне угрожал. Воде ничего не сделает. Немного ли тебе твоего вреда за день? За тебя Петра может быть погибу. Ты перегибаешь палку, Аксель. Я не собираюсь этого терпеть. Знаете что, я, пожалуй, пойду. А вот разбирайте между собой. Нельзя тебе выходить, если там слишком опасно. Ты останешься с нами. Но Джесси. Хватит, вы сейчас одна команда. Вот видишь, я добрый, Аксель. А ты нет.
Ура, зверозобби, вот с кем бы я хотел разиться. Почему? Потому что я голодный как... Отлично, дождь. Лучше, чем дождь, чем монстры. Спасибо за компанию, Джесси. Да. Опа, ну, наступает следующий день. Проклятый Айвор, проклятый сушитель. Ну вот. Слушай, не волнуйся, Аксель это переживет. Но все равно все прошло не так, как я бы хотел. Да и срок, он переживет мне. Спасибо, Джесси. Что-нибудь. О, там что-то есть. Какая-то постройка, мне кажется. Ух, кстати, да, вижу. Взгляни поближе. У меня есть еще один слот верстака. А, опа. Будьте осторожней. Надо идти туда. Только осторожней будьте. Что это за место? Это вы пытаетесь понять. Это храм Ордена Камня. Лукас, ты уверен? Он прав. Смотрите. Обалдеть. Думаешь, они там? Пойдем посмотрим. Сохранялочка. Давайте будем осторожней. Если заметим, что кричите, у нас мало времени. И встретили, что раздатчики приданы вид жутки крошец. У меня кое-что ощущение, что это мы и выяснил. Держите за мной. Паук. Тут точно паук есть. Ага, плитки. О, сохранялка. Кромец. Ох. Это мне не нравится. Ладно, раздачные рожи. Я думаю, друзья. Бежим! Давай. Ой, успели. О, еще, серьезно? Вы в ловушке. Вы включили раздачки. Ой, вообще это даже плиты. Если укрутился вновь, это может остановить. Может заготовить что-то полезное. Че, у нас ничего нет, наши все остались дома. А ну-ка, пошарь всех коробок. Посмотрим, что у нас остается для работы. У меня есть несколько палок. Кремень у нее есть и кусок нитки. У меня есть перья. Посмотрим, что у меня есть. Кремень, кристалл. И тоже нить. Есть палки, кремень и перья. И что из этого скрафтить можно? Так, рецепты. Можно скрафтить лук. Можно скрафтить стрелу. Удочку. Чё мы крафтим? Надо скрафтить лук. Берем нитки. Так. И как я тут надо разложить так вот палочки? Ага, все понял. Так. Раз, два, три. Ага, вот лук. О, у нас не было. Можем эту стрелу сможем скрафтить? Да, мы сможем стрелу. Берем, положим сюда кремень. Сюда. Палочку, а сюда перо. А, подоворот. Так. Так, все, стрелу мы скрафтили.
за дело. О, попало. Готово. Судьба маньяков Нижнего мира меняется. Да, мы же маньяки Нижнего мира, победившие. Так, это должно быть их чародейская комната. Похоже на жуткий подвал Айвара, правда? А, так, ребят, мы уже долго снимаем, и я вот хочу, знаете, что сделать. Давайте на вот этом месте закончим это хорошее видео. С вами был Дмитрий Вейс, вы на канале были Димакс и Дмитрий. Мы играли в Minecraft Story Mod. Всем удачи, пока.